помните, как раньше был даже фильм «11 надежд»? Ребята, бьем по свистку, вы помните. Просьба к вам. Смотрите, за размер я отхожу, чтобы вам не мешать. Готовы? Сейчас свисток, а потом вы бьете. Секунду. Чем хороши такие душевные события, что мы часто их просто сами эти планы нарушаем и делаем очень интересные сюрпризы. Сейчас право пробить по новым воротам возрожденного стадиона «Динамо» предоставляется Сергею Степашину. Сергей Вадимович, дайте, пожалуйста, мяч. Нужен мяч. Еще не подписанный, желательно. Вот он. И, наверное, дорогие друзья, вы подумали, что раз бьет Степашин, то в воротах должен быть Бельгуй. А в воротах Андрей Перегудов. Итак, Сергей Вадимович, по свистку. Итак, Степашин против Перегудова. И мяч под рукой пролетел. У Перегудова Степашин, Сергей Степашин мяч забил. Я думаю, что нужно этот мяч обязательно подписать. Сергей Вадимович. И потом вновь его переадресовать уже в музей. Мои помощники сейчас этим займутся. Итак, еще раз спасибо большое всем, кто принимал участие в этой символической процедуре. Сейчас мы, как в хорошем театре, просим зрителей обратить свой взор. Вы знаете, вот повернуться надо будет на 180 градусов и посмотреть на футбольную сферу, которая расположена точно в центральном круге стадиона. Дорогие друзья, я вас попрошу...